Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу приготовить очень бюджетный вкусный ужин, друзья. Сегодня готовим рыбку с очень вкусной заправкой. Я думаю, вам очень понравится. Начинаем готовить. Поехали! Беру одну морковку и одну свеклу. Натирать нужно через мелкую терку. Друзья, обязательно подписываемся, делимся с друзьями рецептами и, конечно же, комментируем. Морковку также через мелкую терку. Прямо к свекле. Свеклу, морковку натер. Вот такая вот мелкая она у нас должна получиться. Очень нежная. Для заправки вообще шикарно. Также нам понадобится одна небольшая луковица. Нарезаем кубиком. Все продукты к заправке у нас готовы. Отправляемся жарить. Отправил сковородку на плиту. Добавляю буквально 2 столовые ложки растительного масла. Чтобы лучше открылись специи, добавляю сразу. И сразу же отправляю чуть-чуть сухого чеснока. И буквально через секунд 15 отправляем лук. Слегка обжариваем. Ах, какой аромат пошел от специй. Хорошо раскрылись. Супер. И буквально через минуту отправляем свеклу и морковь. Опять меня будут поправлять, что я неправильно сказал. Свеклу. Добавляем именно свеклу. Добавляю чуть-чуть сахара. Хорошую щепотку соли. Все это готовится на среднем огне. Перемешиваем. Также добавляю столовую ложку томатной пасты. Перемешиваю. Если овощи суховатые у вас выходят, можно добавить пару столовых ложек воды или бульона. Добавляю буквально столовую или 2 столовые ложки воды. Тушим 3-4 минуты. Я уже помыл, почистил хека. Убрал внутренности. Вот такой вот прямо идеальный хек. Нарезаем на порционные кусочки. Можно также брать минтая, любую другую рыбу. Щучка идеально тоже подойдет. Главное, не очень костлявую. Рыбку нужно присолить и слегка приперчу. Переворачиваем каждый кусочек и с той стороны, с обратной стороны то же самое делаем. Солим и перчим. Отправил вторую сковородку на плиту. Также добавляю подсолнечное масло, в этот раз чуть больше. Все, и отправляем жарить рыбу. Рыбку нужно обжарить с двух сторон примерно по 2-3 минуты. Обжарил рыбу с каждой стороны по 2 минуты. И сверху отправляем нашу заправку свекольную. Если у вас осталась заправка, ничего страшного. Я отправляю в пакет, в морозилку. И в следующий раз, когда буду жарить рыбу, у меня уже заправка готова. Накрываю крышкой и тушим еще 6-7 минут на очень маленьком огне.
Давайте, друзья, попробуем, что у нас получилось. Очень вкусная, сладкая. По вкусу очень необычно. Стоит попробовать, друзья, обязательно. Просто бомба. Уверен, такая рыбка очень многим понравится, так как готовится очень легко, просто. Минимум затрат, минимум бюджета. Очень вкусно. Кому понравилось, конечно же, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.